Даниил Страхов, известный молодой российский актер, который является самым популярным актером в России. Вы, наверное, помните его, друзья, ведь для многих из нас он является настоящей звездой телеэкрана. Поступила информация о том, что несколько дней назад в Подмосковье он со своими друзьями перевернулся на моторной лодке на реке. Вследствие чего он оказался в больнице с серьезной травмой позвоночника. Об этом сообщают наши источники. Сейчас мы проверяем всю информацию и пытаемся созвониться с его супругой, чтобы хотя бы что-нибудь более подробнее узнать, друзья. Будем надеяться, что все будет хорошо. Поддержите, пожалуйста, наш канал, мы стараемся делать такие новости только для вас, дорогие наши зрители. Завтра утром шокирующие подробности на нашем канале, в нашем новом выпуске. До скорых встреч, дорогие наши подписчики.